Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение прохождения партии за Юлия Цезаря. С новыми способностями после патча делаем Рим великим снова. Но подробности в первой серии, там же сейв первого хода, ссылка на весь плейлист в описании в прикрепленном комментарии. Переходите, смотрите с самого начала, а спонсоры канала, кстати, там все серии видят сразу. Большое спасибо вам за поддержку в это трудное время. Ну что ж, началось средневековье. О, я единственный в золотом веке, кого я встретил. Вау. Вау, прикольно, кстати. Так, ну правда, это никак на меня не влияет, мы слишком далеко от всех находимся. Так, давайте подумаем, что мы возьмем. Ну, веры у нас нету, поэтому, ну, с другой стороны, золото есть. Можем, поселенцы и строители дешевле стоят. Исход евангелистов нам точно не нужен. Хотя, слушайте, там 4 очка пророка. А, уже ж наняли, блин, я забыл, что я проверял. Да, уже всех пророков наняли. Так что точно не исход евангелистов. Одну культуру закажет специализированный район. Ну вот еще можно вольнодумство, кстати. Правда, у меня пока только одна гавань. Блин, либо вольнодумство, либо... Блин, я бы, наверное, все-таки брал монументальность. Будем за деньги покупать, если не поселенцев, то хоть строителей. Сколько сейчас стоят поселенцы? 695. А если я это возьму, 30% минус, то есть 400 где-то будет. Да не, будет даже больше, 450, наверное. Но зато строители дешевле. И дальше будут ходить. Блин, наверное, все-таки монументальность возьму. Не факт, не уверен, что это прям правильное решение. Но пока так. Так, я тут вырубил лес. Камп устроен. Наверное, пора пересаживать Магнуса в Остию. Заодно, может быть, накопим к этому моменту деньги на покупку. Так, вот здесь я бы рыбу обработал. Рыбацкое судно у нас есть здесь. Так, что мы открыли? Верховую езду. Ну, эту лошадку можно будет купить. Давайте, наверное... Блин, рудника 3 не посмотрим. Ну, давайте пока математику открою, потом строительство. Раз они у нас ускорены. Рудник у меня явно только один, вот на железе этом. А, нет, два, еще вот тут рудник. Вообще надо где-нибудь рудник еще построить. Вот тут, например, да? Пойду сразу сюда, чтобы ускорить. Может, открытые границы попросить? Но он тут никого не встретил, там за ним никого нету. Цитрусовые и лошади. Давайте глянем. 5. Ну, предположим. За 3 не хочу продавать. Стратегические лошади 2 штуки. Нет. Так, железа, наверное, нет пока. А, он мне не даст открытые границы. У нас плохие отношения с ним. Жаль. Так, исторические хроники мы должны ускорить, поэтому пошли в оборонительную тактику. Вряд ли мне кто-то в ближайшее время войну объявит. Что-нибудь менять тут будем? Поселенцы стоят. Ну, я бы, может, на строителей поставил. Что мы тут построили? Монумент. Ну, я бы здесь, кстати, строителя делал.
Так что давайте, наверное, хотя может пока клетки выкупить, пока есть, стоит карточка. Вот эту давайте выкупим. Вот эту. Не знаю, краба. Не, наверное, этого краба не буду. Тогда еще давайте вот эту пшеницу. Все, пока все. Ставлю на создание строителей. И тут начинаю строителя. Создать катапульту, развлекательный. Нам бы, конечно, баню открыть. Но для бани мне надо сначала... Блин, может ту теху открыть без стен уже? Вот это. Для ускорения постройте древние стены. Так, данный игрок генерирует нас. Давайте против Гала проголосуем. Удваивает очки великих людей этого класса. Давайте флотоводец. Адмирал. Но я не буду никуда... Честно говоря, мне ни то, ни другое особо не интересно. Так что не буду прям вкладываться. Так, Дидона генерирует. Не начисляется адмирал. Ничего себе. А что это вы так... Дидона проголосовала, чтобы не начисляться. То есть у тебя уникальный район? Уникальный район, который и генерирует очки адмирал, и ты против него голосуешь. Ну, Кир там, предположим, и этот. Но почему Дидона? Without mathematics, there's nothing you can do. Everything around you is mathematics. Морские юниты плюс один к перемещению. Так, я, по-моему, с кем-то торгую пряности. То есть я у кого-то покупаю пряности. Поэтому их две мне тут пишет. Ой, кто нажал? Пряности. Да, дипломатическая сделка Клеопатра. Видите, покупаю. Еще 9 ходов. Еще один город государства захватили. Сын Шихуанди. Со всеми так себе отношения пока. Так, где его Константинополь, а его столица где? Ага. А у них нету? Да, есть война, кстати. Отличненько. Пока все воюют, Рим развивается. Хотя как раз, наша способность как раз была... на войну, но как-то, кстати, а ему что-нибудь можно продать? Ну вот не хочу я, как я и говорил, продавать пряности, потому что они у меня одни будут, я просто не буду их покупать потом. Поэтому давайте с Феодорой попробуем вот так сделать. А за 10? Ну ладно, в принципе, за 9 вход и 4 нормальная цена. Отлично, ускорили ученичество. А очки эпохи дали за то, что эта клетка была... ну, мы ее улучшили после... того, как там какие-то стихийные бедствия произошли. Так, сколько, кстати, стоит поселенец? Было 400, ну почти 500. Было почти 700, теперь почти 500 за счет скидки на монументальность. Надо будет какой-нибудь купить. Ну, когда действительно... Ага, вот и Вавилон.
Может проголосовать? Что у нас как... Ну, Иуну он захватил. Это был египетский город, да? Есть ли шанс, что в войну... Вообще есть шанс, что галлы и... Галлы и Индия вступят. Так, что там дает? Во время кризиса юниты цели минус 2 к боевой мощи получают, а участники плюс 1 к перемещению на территории цели и 20 очков лояльности. А дополнительно все участники заключают между собой мирный договор, договор о праве прохода и коллективной видимости. Все объявляют войну. Если мы выполним, то юниты участников получают плюс 5 к лечению на территории цели и 100 мирового влияния. Ну давайте, мы ничего не теряем, мне кажется. Давайте за проголосую. Посмотрим. Должно пройти, по идее. Да ладно, и кто был против? Ну, Кир понятно, а вот то, что Чандрагупта против... А, Гал вообще не участвовал в голосовании. Ну ладно. О, мы можем купить, кстати, у китайца кучу всего и у Вавилона. Так, ну я хочу однократно платить. Так. Итак. Время-то у нас до хрена счастья, а в других городах... А, нет, всего 4. Ну, нормально. Максимум плюс 5 может быть. Это максимальный бонус. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Еще троих мы не встретили. Лесопилку надо, наверное. Тоже ускоряет. Так, здесь... Делаем ферму, здесь обрабатываем меха. Вообще надо больше ферм. Надо 6 ферм, чтобы феодализм ускорить. А я построил 3, да, пока? Да, 1, 2, 3. Надо... А, нет, 4, вот еще. 4, значит, 5. И где-то 6 еще. Кстати... Черепашку можно еще обработать, тоже нам позволит производство поставить на ней. Я думаю, наверное, черепашку пойду. Даже заплачу. Планировал копить деньги на покупку поселенцев, что-то не копится. Джебель Баркал. Так, ты хочешь у нас железо и лошадей купить. Ну, в принципе, давайте. Мне они пока не нужны. Китай на другом континенте, пускай там с Феодорой воюют. Ускорили. Я думаю, что соседство кампусу можно поставить. Сколько он нам даст науки? 3. Ну, это больше 10%. Вообще-то. Так, подождите, а может 50% к поселенцам нам сейчас не надо? Я же пересаживаю, правильно? То есть я буду покупать поселенцев уже, а не... По-моему, я решил Лян тут оставить. Давайте, наверное, Пингалу в Рим.
Интересно, где Вавилон сейчас? Вавилон уже в промышленной эре. Ну, судя по всему, две верфи построил. Тарс по лояльности отваливается. А в пользу кого? Гала? Так, кампус в Риме. Давайте стены здесь. Наконец-то построим. Так, здесь поставлю натурфилософию. Черепахи можно продать. Ну, лисички Вавилону. Отлично. А то они там три золота в ход предлагали, помните? Так, это мы не продаем. И стратегические, наверное. Реликвии есть. Не, больше ничего не будем брать пока. Так, лесопилку для получения ускорения массового производства. У нас там верфи просто. Так что, в принципе, нам туда надо идти. Но по пути инженерное дело. Чудо света античности. Тоже было бы неплохо построить. Я не буду мировое влияние отдавать. Ну вот у нас такая оборонительный зай. Наверное, надо поставить пока. Пока стены строим. Вот, за один ход достроим. Госслужба 4 хода. Может, давайте военную подготовку за 2, чтобы, ну, убрать 100% к стенам. А тут мы заодно еще поставим 30% для лагерей, гаваней и зданий в них. Как раз будем в Риме гавань, наверное, строить. Так, священное место я тут не хочу. Давайте строителя. Карточка стоит на это дело. Так, где у нас еще? Вот тут не поставлен лагерь. Надо производство поднимать. Подкрадываемся. О, Александр Македонский. Так, еще двоих мы не встретили. Кого мы еще не встретили? Кто должен быть? Так, Галы, Рим. Кого я там ставил? Шумер еще должен где-то быть. Шумер должен 100% быть. И не помню. Так, в Риме недостаточно жилья. Пингалу повышаем на исследователя.
Блин, тут осталось один ход до промышленной зоны. Давайте я отложу, я бы тут промышленную зону строил. Правда, надо уже подумать, где баня еще при этом. Но на один ход можно производство отложить. Shift-Enter. Shift-Enter. Что надо понять, куда нам... Ваша славная эпоха меня раздражает, жду не дождусь вашего краха. Ну, по идее, мы не должны не нравиться Александру, потому что ему нравятся те, кто ведет войну. А у нас вообще нету войны. We are all apprentices in a craft where no one ever becomes a master. Так. Промышленная зона. Тут плюс 2 от соседнего района и стратегического ресурса. Ну, по идее, у нас баня тут должна вставать. А, с другой стороны, нам здесь надо будет строить дамбу, а дамба строится только вот здесь. Получается, скорее всего, вот сюда баня. Тогда сюда промышленная зона. А строить ее сейчас это всего лишь плюс один будет. Мне кажется, ее надо тут строить. Надо. Будем надеяться, что тут не сильно будет затапливать ее. Так, в кумах жилье появилось. Еще можно подрасти немного. Вот здесь надо вырубить, конечно, для кум. Так, открываем бани. Посела. Бля, когда у нас там закончится с Египтом? Пять ходов еще. Надоело, что у меня хотят купить пряности, но зато у Александра можно купить вот это вот все. А, у меня денег нет. А, не буду пока. Ну, опять свободные лисички. Пять золота в ход? Нет, мало. Ладно, пока ничего я больше не продаю. Так, в Риме стены построили. Ну, тут промышленную зону. Плюс один всего будет. Ну, понятно, вот сюда театралку нам надо будет 100%. Может, мне как раз ее сначала построить. Ну, потому что тут чудо, соответственно... Или зал... Давайте сначала зал для приемов. Так, нам еще одну ферму надо для ускорения феодализма. Кстати, а Александр с кем-нибудь воюет? С Феодорой. Что-то все с Феодорой на этом континенте. Да, реально, всех, кого встретил, со всеми воюют. Ничего себе. Ну, а у нас с персами, но вот не вступились больше. Так что перс чисто с Египтом. А, не, они замирились уже. Черт. Значит, потерял Египет город. Ну, нам, видимо, надо будет Египет захватывать. В итоге. По итогу. Так, промышленная зона. В ромашку плюс 2. Ну, тут явно куда-то его сюда надо будет ставить рядом с баней. Только баня куда у нас пойдет, пока непонятно.
Ладно, я бы здесь рабочего сделал, потому что надо под Магнусом вот это все вырубать сейчас будет. Но вырубать, когда нам будет понятно, где баню можно построить. Гавань плюс 4. Я следующим ходом поставлю карточку на гавани. Кумы вообще могут расти спокойно. Мы отправили к вам группу танцоров, которые сыграют для вас историю Леды и Лебеди. Ну, значит, и мы отправим сейчас к ней. Так, осуждает Александр. Блин, хорошо, что Галла и Александр не рядом со мной, а так бы... If it's natural to kill, how come men have to go into training так, to learn? Вот это меняем. Строительство оборонительных зданий ставим 30% к созданию военных лагерей, гаваней и зданий в таких районах. Слушайте, может еще взять первый посол? Сейчас, подождите. Мы тут еще какие-то ГГшки открыли. Кардифф. Блин, Кардифф норм нам. Ну, то есть в Кардифф и Таругу сейчас отправим первых послов. Наску не буду садить, потому что все-таки 6, даже 7 уже послов, то надо отправлять, это слишком много. Да, давайте. Первый посол и 30% к созданию гаваней и зданий в них. Так, вот сюда хочу рудничок. Тут два города должно влезть. Я думаю, один сюда поставим, а один сюда. И там в тундре еще потом какой-нибудь один. Так, сколько следующий стоит? Поселенец 540. Ускорили феодализм. Службу открыл. Интересно. А почему... Разве госслужбу хоть один ход открывал? По-моему, нет. Почему здесь больше ускорения, чем у феодализма? Почему феодализм 5 ходов открывается, а госслужба 4? Хм. Мы пригласили вашу делегацию на колесничьи бега, где они, к сожалению, болели за зеленых. Мы возвращаем вам тех, кто остался в живых. Это отсылка к тому, что, во-первых, Феодору воспитали. Это есть были партии синих, зеленых, белых. И забыл еще, 4 партии было, которые болели в Константинополе на бегах вот, колесниц. И вроде как считается, что партия синих вырастила Феодору. И восстание Ника началось из-за противостояния синих и зеленых. Короче, про это у меня есть целое видео «Моменты истории». Наверное, оно сейчас есть в процессе того, как я вам это рассказываю. Ссылка будет в описании в прикрепленном комментарии. Переходите, посмотрите. Прикольно, что вот она, это по поводу нашей делегации, говорит, ну то есть, не приняли нашу делегацию, мы возвращаем вам тех, кто остался в живых. Это прикольно, кстати. Ну, такая отсылка к заездам на колесницах. Так, хочу у Вавилона попросить открытые границы. Пять золота вход, ни хрена себе. Может тебе... О. Две лошадки, нормально. 5 золота вход, что-то как-то много. Оракул построили. Так, надо отправлять в Кардифф и в Таругу. И Кардифф союзить.
Кардифф дает электричество за каждое здание в гавани. Для меня это вообще офигительная ГГшка. Ну, понятно, что сейчас пока это не работает. У нас просто нету электричества. Города получают 2 единицы энергии за каждое здание в гавани. То есть до плюс 6. Не хочу. Первыми обнаружили Торрес дель Пайне. Ну и мы ж не первыми явно. Он Пекин. Удваивает базовую продукцию. Ну, Катя тоже крутое чудо. И Пекин возле него акведук построил. Возле тех клеток, которые удваиваются. Кайф. То есть было бы тут 4 еды, например, или это холм тут? Не, лук. 4 еды. Построил бы ферму, было бы 6 еды. Зачем? Поставим акведук там. Бани. Теперь надо решать, где у нас бани будут стоять. Что нам вообще бани дают? Для этого района нет подходящего места, серьезно? Кайф, я в столице бани не могу построить. Зашибись. И тут нет подходящего места. Вау. Так, одно место. Вот, собственно, то, что я и думал, где могут бани быть. В Кумах только здесь. Но тут надо. Тут просто вот необходимы бани для этого города. Блин, жители Рима и Медиолана будут грязными чушками ходить. Как жить? Так, в Остии до хрена мест, где бани можно поставить. Так, ну получается, что вот сюда надо будет... Да, вот сюда мы будем ставить... дамбу. Таким образом, сюда баню. Сюда, соответственно, промышленную зону. В Анции 2 места. Ну, получается, сюда баню, сюда промышленную зону. Плюс 5. Я так понимаю, что в Равенне нам тоже некуда бани всунуть. Ну, не так уж и много мест, да? Куда мы можем бани разместить. Так, пока убираем здесь. В Равенне. Так, наверное, гавань строим. У нас стоит карточка на гавани. Надо их везде строить. Правда, жалко, не начисляются очки адмирала. Что поделать? Давайте откроем дамбу. Мы вряд ли чудо античности построим. Касса де контрасьон. Касса де контрасьон. Де контратасьон. Контратасьон. Уже селитра там у народа. Пингала в Риме. 63 науки. Отлично. Сейчас нам бы еще культурку здесь поднять. Значит, как мы делаем? Сначала мы здесь убираем пшеницу. Ставим сюда баню.
этим... Ну, я все эти леса вырублю. Первая баня. Тут я, наверное, теперь покупаю эту клетку и строю... Потому что у нас еще не открыта дамба. Строю промышленную зону. Так, где у нас тут Вавилон далеко? Ну, то есть мы на две эпохи отстаем просто. Просто на две эпохи. Мы и от этих на эпоху отстаем. Вообще неразвитые варвары. Нет, если тебе просто лисичек дать. Четыре вход, нет. Это мало. Слушайте, я реально магнат по лисичкам. Меха, что у меня их тут просто немерено. Блин, надо было брать пантеон на лагеря, да? Было бы круто. Две единицы производства на болотах, оазисах и поймах рек в пустыне. Все-таки в моем случае не так круты. Как было бы, что там, производство и вера от лагерей, да? Так, вот этого рабочего я, наверное, сюда отправлю. Этот вырубает здесь лес. Так, и не могу ли я купить уже поселенца? Могу. Блин, а где же еще две цивилизации? Где-то здесь, видимо. И... До кругосветки мне далеко. В Медиалане строитель. Так, хорошо, а здесь промышленная зона. Ну, я бы сюда, наверное, ставил в данном случае. Вот в Риме я сюда поставлю промышленную зону. А в Медиалане сюда, потому что... Хотя, подождите, театралку. Вообще в Медиалане где-то тут точно можно какие-нибудь морские чудеса сделать. Слушайте, а гелик у нас... Может там... Ну, блин, тут... У нас маловато клеток, на самом деле, для геликарнаса, что прям вот хотелось его строить. Даже для аквакультуры. Не... Давайте промышленную зону сюда. Добьем ромашку. Персия потеряла таки Тарс. Я так понимаю, что к галам должен отваливаться. Дамбу можем строить. Кстати, удовольствие в городах с гарнизоном вполне могу поставить, но... Так, вот первый посол я, наверное, уберу. Остальное оставлю пока. Зал для приемов. Пора гавань здесь делать. Промышленная зона завершена. Ну что, купим клетку, будем дамбу строить. А здесь баню сразу.
Так. Тут эта клетка к ости отдаем и вырубаем. Город. И этот сюда я решил. Так, нам куда-нибудь еще вообще хочется город? Ну, я вот сюда точно поставлю. Тут один, наверное, вот чисто вот здесь, где затапливает, да? Вопрос, ставить ли сюда? Потому что ну, как бы только один город нам нужен. Слушайте, а может реально сюда просто поставить куда-то, чтобы недалеко было? Тут где-то, ну, как минимум еще два города можно, да? Так, это мы кого? Канди встретили. Вообще без религии. Получается, эта партия у нас. У меня, в всяком случае, не знаю, как, кто параллельно со мной проходит. Союзы заключать не с кем. Ладно, давайте феодализм потихонечку. Так, что здесь у нас? Ну, инженерию, раз мы ее... Кстати, три лучника до сих пор не апнул. Одного только апнул, да? Ладно, пока не хочу. Накопим деньги на поселенцев. Надо посмотреть следующим ходом лошадок и железо попробовать продать. У меня два красителя. Так, а краситель у меня откуда? Видимо, с городов-государств. Ну, теперь один пишет. А тут пишет два. А, у Кардифа их два. Кардифа два. Раз. И он что, прям... Нет. А где второй? Откуда второй краситель-то? Писано, Кардив плюс 2 дает. Ну ладно. Построенная великолепная гавань. Великолепная. Ну, естественно, маяки. Остия сейчас мощным городом станет. Возвращаемся. Границы Александра вижу, но еще двух цивилизаций не вижу. Кумах бани завершили. Промышленная зона плюс 3. Кампус. Здесь кампус на плюс 2. Давайте промышленную зону пока. Так, сколько следующий поселенец стоит? 595. Все наши благородные возвышенные устремления начинаются с куска хлеба, не так ли? Я вообще не понял посыл. Типа, там сначала надо... Это она про пирамиду Маслоу. Надо сначала утолить... Нифига себе, на 5 клеток повышена плодородность, и ничего не... Ну, не уничтожено. Ну да, у нас тут один житель всего. Типа, удовлетворить едой себя, и потом только Чандрагупта объявил войну бедной Клеопатре. Не хен будет брать. Лучше бы он с Киром повоевал. Блин, мне надо как-то Клеопатру защитить.
Чуть как-то нагибают постоянно. Что за фигня? Так. Центр коммерции, кстати, плюс 3. Здесь тоже, наверное, соберем в итоге пшеницу. Ну, не прямо сейчас я буду тут центр коммерции, да? Давайте строителя. Хотя сейчас буду собирать. Это уберем. Пока два хода строится строитель. Делается строитель. О, а вот и шумер. Господи, кто же последний? Я уже забыл, кого я ставил. Кстати, Гильгамеш, по-моему, единственный... Блин, Гильгамеш тебе не друг. И делегацию не принимает. Гильгамеш — единственная цивилизация. Вот если вы в начале игры у вас в соседях Гильгамеш, сразу. То есть сейчас у него плохие отношения, потому что я там что-то уже делал в процессе игры. Все остальные на божестве, да, у них там много армий, они на божестве просто к вам плохо относятся сразу. А Гильгамеш единственный, кто у вас в соседях, с которым вы прямо его встретите и сразу можете дружбу объявлять. Блин, у Клеопатры ноль военная мощь. Просто ноль. Ну, практически столько у Феодоры. Даже я сильнее их. Охренеть, конечно. Так, есть... Промышленная зона, тут баню сначала. И тоже надо будет дамбу. А в принципе нам только две дамбы, да, надо поставить. Больше у нас не будет нигде тогда этих затоплений. Блин, забыл поторговать. Сейчас надо будет поторговать обязательно. Каждый раз сам себе это говорю и забываю об этом. Стремя продвинулся, потому что феодализм открыли. Так, селитра, трибушет, феодализм. Но вот это строители получают два действия, это нам то, что надо. Сети. Ну так, что у нас здесь? Погибло население одно. В Равенне, видимо. Урожайность у 9 клеток повышена. Так, занимаемся торговлей. О! Вот это хорошее предложение. Дальше. Лошади. 20 штук Дидо. Нет, давайте мы 20 штук Феодоре. Она с двумя воюет. Железо. Чандрагупта, Гильгамеш, ну Феодория, несмотря на то, что она меньше предлагает, да? Единственное, давайте я хочу железо не 22, а 10. А, у меня пряности сломали. Поэтому теперь мне пряности предлагают покупать. Блин, кто же еще у нас на карте? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, еще одного кого-то не хватает. Кого-то из древности, да? Куда дальше пойдем? Два рынка. Это я могу ускорить. И четыре торговых пути. Ну, давайте по очереди вот это открывать потихоньку. Конечно, морскую традицию хотелось бы еще. Мне кажется, бонус для соседства для гавани пока рано. Пока у нас верфи не построены. Тем более мы науку сейчас же с этого не получаем. Так, пастбище, пищу. Давайте, наверное, стремя, потом картографию. Потом картографию буду открывать. Лучше не захватывать слишком много земель, все равно вам не хватит способности ими управлять. Да, это ты показываешь нам неспособность управлять землями, у тебя уже несколько городов захватили.
А как мы будем управлять землями, уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Не забудьте, пожалуйста, лайк поставить, раз до конца серию досмотрели. И комментарии оставить о происходящем здесь. Спонсоры канала прямо сейчас могут посмотреть продолжение в плейлисте, ссылка на который в прикрепленном комментарии в описании к этому видео. Становитесь, кстати, спонсорами канала, поддерживайте меня. Это вдохновляет делать эти видео. Для всех остальных видео появится завтра. Ну или просто поддерживайте там донатиками, криптовалютой. Все написано в описании в прикрепленном комментарии. Играйте в умные игры. Слава Украине! Живе Беларусь! Всем пока! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.